Даже в свой праздник они ищут правду и держат руку на пульсе. Профсоюзы Ульяновска отметили 71-ю годовщину с момента образования организации. Дату отметили пленарным заседанием и отчетным собранием. Одной из актуальных тем, озвученных в ходе встречи, стало повышение заработных плат врачам и учителям в рамках выполнения национальных проектов. На собрании потребовали предоставить публичный отчет по этому вопросу с конкретными цифрами и от профсоюзных организаций данных ведомств, и от органов исполнительной власти. Мы видим, что во многих регионах средняя заработная плата не дотягивает до выполнения указа президента. И об этом сказал сам президент Владимир Владимирович Путин, что одно дело, когда мы отчитываемся в статистике, а в реалиях люди говорят совершенно другое. Я думаю, что вот это как бы правда или вот этот подход как бы со стороны работника должен проявиться именно с позиции доклада председателей профсоюзных комитетов и сопоставить с информацией органов исполнительной власти. Еще одним уже приятным моментом собрания стало подписание соглашения региональной организации о взаимодействии с профсоюзами железнодорожных коммуникаций. Ранее они не входили в структуру профсоюзов области.